Ну и одна из, на мой взгляд, один из наиболее важнейших параметров камеры, который всегда надо учитывать. Вот, собственно, поэтому я вынес его в отдельный ролик. Вот. Это focal length, фокусное расстояние, по-моему, переводится еще типа такого, то есть фотографический параметр. Вот, по сути, это ну, условная имитация линзы. То есть, смотрите, я вот поставил камеру на каком-то расстоянии, да, от объекта. То есть я специально сделал клонер кубиков, то есть чтобы у нас небольшие объекты на расстоянии друг от друга находились, чтобы был перспективный исход виден и т.д. Вот, теперь давайте посмотрим. То есть вот, ну, во-первых, просто вот покрутим, возьмем, да, у нас сейчас стоит кастом 36 миллиметров. То есть я вот выберу, допустим, классическая линза 35. Вот, то есть видите, чуть как бы типа отдалилась, и мы стали видеть в камере больше. Потом normal lens 50 приблизилась, да, то есть чтобы видеть то же самое, мне нужно отодвигать. Вот, или, допустим, возьмем wide angle, короче, широкоугольный, ну, типа широкоугольный объектив, вот мы вообще видим много всего, то есть вот еще супер, супер широкая. То есть и в чем разница? То есть смотрите, я вот сделаю сейчас одну камеру, допустим, normal lens, вот выставлю так, чтобы видеть вот все объекты, и еще чуть-чуть, давайте включим, наверное, сетку для удобства. Вот, и будем как-то, ну, по сетке ориентироваться. Так, сейчас. Вот, допустим, у меня кубики покрыты. То есть просто, чтобы четче видеть, вот сравнивать, чтобы мы могли разницу, в чем смысл вот этого параметра focal length. Теперь я дублирую камеру. Перейду в нее, задам, ну, допустим, не знаю, тайл вот эту вот 135-ку чик, то есть я сейчас отдалюсь, ну, чтобы видеть все то же самое. Вот я выставляю по краю вот этой сетки моей, да. И видите, вот эти все кубики, они по сути вмещаются в один вот этот сегмент. То есть сейчас буду просто переходить. Чик, 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 чик. То есть перспектива изменяется. И это очень важно. То есть когда мы выстраиваем картинку, то всегда надо учитывать. То есть давайте еще сделаем другую камеру какую-нибудь. Так, я выставил нормаль, узкую и выставлю широкую. Широкий угол поставлю. Настроюсь. Камеру. То есть видите, во-первых, где камера находится, да? Вот я опять же вывожу сюда. Ну, плюс-минус по границе выставлю. И теперь смотрите, вот опять же. Так, я, наверное, только так сейчас. Пам-пам-пам. Я забыл. Буквально недавно находил, как отключить вот эту вещь. Чтобы сама камера не была видна. Ну ладно, плевать. То есть вот переходим в перспективу. То есть поехали. Вот эта камера. Камера 1, 25-миллиметровая, то есть широкоугольная линза, насколько я понимаю, типа, да, wide angle, широкий угол, наверное, то есть потом чик, потом камера, так, давайте я их поменяю, то есть чтобы последовательность была какая-то, вот, широкий, нормаль и узкая, и поехали, вот, такой вид, чик, переключились, то есть вот здесь вот заканчивается у нас перспективный исход. Чик стало ближе. То есть перспектива изменилась. И тут хоба еще меньше. Вот. И поэтому всегда, когда вы выстраиваете композицию, то есть вы должны понимать и смотреть, то есть определять, какую камеру поставить. То есть опять же, видите, насколько большая разница, насколько велика разница в расположении камер.
координаты, то есть 2300 сантиметров, 3800 сантиметров и 8900 сантиметров, то есть расстояние от, ну, отсюда, от центрального кубика. Вот, поэтому всегда надо, повторяю, выстраивать, то есть в зависимости от того, чего мы хотим, какого эффекта добиться, ну, по фэншую, типа, классическая линза, вот, да, вот она, то есть нормаль или классик. Ну вот опять же, даже между нормальной и классической, какая большая разница. Можно, кстати, даже их специально выставить. Так, оставим эту классик. Это нормаль. Так, вывели, ну, плюс-минус. И давайте выставим ее так, чтобы видеть в одном диапазоне. Вот поперещелкиваем просто. Чик, чик. То есть вот, казалось бы, небольшая разница. Но перспективная, точка перспективы очень сильно меняется, перспектива меняется. То есть вот все наши камеры выставлены. Учитывайте это всегда при своей работе, выставляйте камеру правильно.